Арабский ответ Трампу. Иерусалим снова признали столицей, но не Израиля. Лидеры 57 арабских стран из Организации исламского сотрудничества объявили Восточный Иерусалим столицей палестинского государства. Итоговую декларацию подписали на саммите в Стамбуле. Напомню, неделю назад американский президент заявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Это привело к новому витку насилия на Ближнем Востоке.